Меня зовут Наташа. Этот тренинг, когда я встретила в сетях, практически не стоял вопрос, хочу я на него пойти или нет, потому что после тренинга «Зеркало» у Тани Мужицкой, спасибо ей большое, появились такие моменты, что когда что-то попадается, если оно откликается, ты практически не думаешь, делаешь сразу. Вот. И данный тренинг по пунктам описания, не смотря видеороликов, очень зашел как-то вот в глубину подсознания. И вот эти вот самурайские битвы, возможно, как небольшой этап зеркала, хотелось бы еще отдельно проработать. Возможно, поэтому я здесь. Описание видеороликов я не осмотрела. Вот. Чтобы было, наверное, интереснее, чтобы как-то так спонтанно сразу погружаться в процесс. Интересно, ожиданий нет никаких, абсолютно ожиданий не строим. Что будет лучшим исходом, тоже трудно сказать. Посмотрим. Надеемся, это